Всем привет, друзья мои! Мы находимся с Эндером возле больницы. Торослар больница называется. Но мы вот туда ходили, его обследовать я захотела. Эхоскопию сделала печени, желчного, мочевыводительной системы. Сейчас сдал он анализы тоже. И ждем результатов. И 2 часа где-то нужно еще погулять. Мы, наверное, это последняя наша прогулка. Вы сами знаете, какие новости у нас в Турции. Все закрывается с 29-го. Через 2 дня надо все успеть, все дела сделать. Погода хорошая. В больнице, там, в поликлинике чуть-чуть замерзла я. А на солнышке отлично. Мы находимся в самом центре возле железнодорожного вокзала. Посмотрите, какие буреки вкусные. Муж проголодался и покушал. А тортики? Свежие булочки, свежие. Друзья мои, идем с Ашкиным по центру, надо же время где-то провести. Ну, как кричат женщины на детей своих. Надо где-то 2 часа еще нам провести. Вот высокое здание. Идем в магазины. Здесь дешевые вещи можно купить. 15 лир, вон, видите, штаники. Шапочки, кепочки, все, что хотите. Видите, сколько обуви. Ну, надо посмотреть, что почем. Куда мы пришли, столько людей ходят. А кофе так пахнет, откуда-то не знаю. Может, оттуда, а может, оттуда. Куда, куда? Где? Нереда на Букаве. Кукува. Вот такие вот новиночки. Это, знаете, магазин недорогой для молодежи. Видите? Местная молодежь вот здесь очень покупает много девочек, мальчиков. Кстати, покажу вам, если увижу молодежь. Магазин Фло. Молодежи не видно. Вот девочка быстро прошла. Вот. Молодежь, где молодежь? А вон молодежь идет, посмотрите, девочки, как одеты. Да, такая собачка. Вышли на площадь, где голуби. Такая погода солнечная, но ветер еще. Хорошо, что я взяла с собой куртку. Вот такая, вот такие очереди и в банке. И возле банкомата. Почему я говорю банкоматик? Это по-турецки, понимаете? Так быстро, вот правильно не получается иногда говорить. И что я хочу сказать вам? Вот так получается, разговариваю. Очередь большая, везде люди, потому что на улице. Вот женщины рядом разговаривают тоже что-то. Все сейчас же в четверг будет закрывать, поэтому вот сегодня и завтра последний день. Все быстро хотят сделать свои дела, что связано с банками, с кредитами, с долгами. Ну, вот поэтому такая очередь. Мы пришли в такое место, вам известное. И сейчас сели здесь посидеть с Эндером, и ему на голову накакала птичка. К чему бы это? Вы знаете, я знаю, что это к деньгам. А вы что скажете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Thank you.
Мы решили перейти в парк, а то там очень много голубей какают нам на головы. Нам это все надоело, и мы перешли сюда напротив. Еще нам час надо где-то переждать. И посмотрите, сколько в парке людей. Вот так садятся под деревьями, даже некоторые лежат, на солнышке греются. И мы сейчас тоже пойдем туда, полежим. Хадашки мора дает час. Мерсинский порт. Мерсинский. Как правильно. Все, люди наслаждаются последние 2 дня. И потом будем сидеть дома на балконах. А море грязное какое. Чем мы занимаемся со Шкымом здесь? Отдыхаем. Боже, солнышко так греет, хорошо, не жарко, так приятно. Птички поют. Благодать, друзья мои. Ой, мы все гуляем. Так как мы со Шкымом вчера не пошли на базар, то... Ора давара, Шкым. То мы не пошли же на базар, мои дорогие. И рядом возле нас, вот сзади Макдональдса, вот такой базар. Сейчас мы найдем, посмотрим, где овощи. Видите, какой огромный. Очень огромный. Наконец-то мы пришли домой. 4 часа ушли, 8 утра, и вот пришли в 4 часа дня. Я уснула в автобусе. Ну, расстояние такое большое, что можно и поспать. И как я вам показала, мы увидели базар, но оказалось, что там одни только шмотки. А вот, вот это вот овощи, там зелень или еще бананы, там лимоны, мы увидели вдоль, там дальше надо идти, вдоль тротуара. Ну и решили не заморачиваться, вернуться домой. Зашли в Юзбир и сделали закупки такие небольшие. Но на базаре мы купили вот там вот бананы по 15, 12 лир, 16 лир, лимоны 4 лиры килограмм. Вот такой вот большой, видите, качан листьев стоит 4 лиры. Ну, я не знаю, сколько это стоит. А в Юзбире мы что купили? Я наконец-то, спустя столько времени, обнаружила в Юзбире вот такую маленькую индюшку. Раньше я видела, но она такая огромная была, или это утка была, ну не помню, неважно. Но вот оказывается, я ее взяла последнюю, и купили еще такую курицу. Сыр купили, хотя у Ашкема очень повышенный холестерин, потом я расскажу вам. Купила я для себя чаек, вот пакетный, ну, чтобы что-то попить иногда вечером хочется, кофе же я не пью. И молоко купила, оно такое полужирное. Вот такие сделали покупки мы в Юзбире. Курица, значит, и индюшка. И я купила, вот я очень люблю, мне нравится, как вот такое вот средство для стирки темных и цветных вещей. И купили, естественно, вернил, смягчитель. И за все это мы заплатили 173 лиры. Вот 173 лиры. Смотрите, вот это перинч 27,71. И курица 27,62. В размерах чувствуется. И так мне показалось, что оно дешевле. Но Ашкем говорит, что там индырим было. Не знаю, что за индырим, но будем смотреть. Значит, я наконец-то обнаружила индюшку у себя в кабинете, говорю. В Юзбире, ну, в Турции. Так, и по дороге что мы купили? Посмотрите. Мы купили сушеные яблоки, они очень вкусные. Это слива. Мы как раз, женщина продавала из них, да? Поэтому мы обратили на нее внимание. А это черешня.
Боже, там была и вишня сушеная, и тут было, тутовица разных видов, и абрикосы там, все, что хотите, они сушат. Я говорю, Ашкем, они, наверное, не кушают, а все только сушат, чтобы продать. Посмотрите, какая хорошая черешня. Обалденно. Ну, я попробовала вот эту сливу, она, во-первых, полезная, и буду кушать. В общем, это все по 10 лир, вот эти вот. Не знаю, сколько здесь, но по 10 лир. Конечно, на 10 лир сколько можно было яблок свежих взять, но иногда хочется, да? Не могу я себе в этом отказывать. Когда можно, иногда очень хочется сладкое, вот это вот я пожую, и все. Фрукты можно съесть сразу, а это не сразу не съешь и помногу. Боже мой, если вы знали, как я устала. Но я сейчас, посмотрите, одела форму и займусь йогой. Так как я с утра сегодня не успела физически, я займусь йогой, потому что она мне очень понравилась, особенно преподаватель. Если вы хотите, я могу с вами поделиться, рассказать, кто она такая. И если вы... Вот сейчас я курс пройду, и если вдруг... Но я уже 100% решила продолжить, купить огромный пакет, там на год сделать абонент или на хотя бы на полгода сейчас. И я могу вам скинуть ссылочку, и если вы подо мной зарегистрируетесь, там есть тоже партнерская программа, везде есть, то вы можете получать как-то скидкой. Ну, посмотрим, поговорим, еще я точно не знаю все об этом. Там были какие-то разговоры и все. То есть, если я приглашу подружку, и подружек много, то и мне какое-то преимущество будет. И вы получите по моей скидке пакет этой йоги и так далее. Голова не работает, все. Буду сейчас разбирать все и продолжим потом. Наверное, было видео интересное, длинное, большое. Ашкем сейчас пошел спать, так как он не спал. Ну, а мне больше нечего, мне нужно сейчас очень много чего делать.